Привет, ребята! Опять меня по-прежнему зовут Дарья. И да, сегодня у меня в руках не будет укулеле, потому что это новый выпуск. Моменты жизни. Новая локация, да и новые моменты жизни с этого года. И да, мне немножко стыдно признаться, что у меня уже autumn vibe на фоне, а моменты жизни только за январь. Пытаюсь справиться, пожалуйста, не ругайте меня. Но из-за этого моменты жизни не стали быть плохими и неинтересными, поэтому садитесь поудобней и погнали смотреть. Моменты жизни. Мы сегодня, 1 января, пошли кататься на каток на улице Шандарахнул. Мороз в Питере, минус 19. Но мы утеплились, по девочке все напялили. И поехали сейчас кататься на коньках. Ярослав уже скользит без коньков. И прикол в том, что я как-то не особо хорошо умею кататься, по-моему. Поэтому мы с Юлей будем у бордюрчиков. Вот сейчас все подготавливают. А ребята поедут в догонялки играть. Вот знаешь. Вот такое вот у нас времяпрепровождение. Вон, ну-ка, Ярослав, продемонстрируй. Опа! Говорит, ну вы типа учитесь. А ты такая, ну, да, нет. Я говорю, ну, у меня с собой ничего нет. Он такой, а где, как? Я говорю, ну, этот в ГТИ. Чехолушка, что ли? Я говорю, да. Он такой, а какой факультет? Я говорю, ФМ. Он показывает мне, говорит, я там же. Я такой, он говорит, своим пробьем. Сашка у нас вообще ходит минус 19 в кроссовках. Казалось, не мы одни такие любители покататься в коньках. Минус 19, 1 января. Девочки, сейчас в чухпых, и мы поедем покорять вершины. Сейчас будем звезды на льду. Я чернавка. Навка? Да. Я не знаю звезд на льду. Не, это Женя Медведева. Я Медведева. Ладно, у нас сильно Женя Медведева. Ну, что сказать? Ну, что сказать, придумали как люди. Тут прям вообще конькобежный спорт. Мы тут сильно вдвоем стоим около вот этой вот штуки. Ползем. Ползем, реально ползем. Пусть будет так, потому что все разобрали эти штучки, за что можно держаться. Я плохо катаюсь. Ребята там уехали, умотали, готовятся к соревнованиям. Ребята поехали брать вот эти штучки для тех, кто не умеет кататься. Вот такую бы желательно нам сели, потому что туда можно сесть. А я с ним стою, жду, потому что, оказывается, Сашка хорошо умеет кататься. Я как бы особо-то ни о чем. Вот стою вот рядом тут, около бордюрчика такая. О, ну все, ребята, спасители приехали. А что ты не возьмешь такой для пороза? Да, он маленький был, как мы смотрели. Ну, Юлька, ну что, как тебе? Ура! Давай, Ярослав, скажи, что вторую такую. Давай, давай. Красота. Кайф, Юль, молодец. Ты тут будешь? Да. Смотрите, как у нас Юлька научилась сегодня. Оп, 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 раз, два. Оп, эти как, это Саша ее тоже учил. Я медведя охраняю тут. Так, небольшой перерыв. Сашка вообще крайне нас удивил. Он прям реально, вот прям, вау, катается очень круто. Это мы там, сучка. Да, как ощущение? Как ощущение? Здорово, но холодно. Ну просто Геральдина в 4 часа дня с Юлечкой смотрим про женщину-маньячку. Такой guilty pleasure. Доброе утро. Доброе утро, девочки. Добавляешь и травм врагам. И приход, завершающий каталитический аккорд заклинания. Есть угар, помогает зажечь вечеринку и поржать над пышущим жаром лицом врагу. Кумар. Кто следующий? А, ты еще не закончил, да. Конечно же, ребята должны поиграть. Обязательно. Не смогла подключить свой почему-то джойстик, поэтому ребятам отдала. Ты что делаешь? Давай, 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 давай. Юль, как-то получается. Как получается? Мы это было обучение только? Фарт-эксперт Ярослав. Фарт? Это что такое? Пока не так страшно все, правильно? Да. Если что, я вам подскажу. Я никогда в жестик в руках не держал. Нормально все будет впервые. Блин, вспоминаешь наш годишний переезд? Ровно год назад был наш переезд. А сейчас мы играем в переезд. Видите, настолько прям поднялись. Что еще можно взять? Вот иди в ту комнату, видишь, он говорит, кровать у вас, там коробки стоят. Этот шезлон. Это очень много работы. Да, это много работы, конечно. Ну-ка. 438. Вообще, молодцы. Разбейте окна, мы все разбили. Мы все, что можно, разбили. Молодец, Ярик. Заранее. Мне кажется, я курю. Давай.
Свечу и дай. Это Наполеон? Да. Ой, Кудан. Стёпа, твое 24-летие. Это поздравление по татарской песне уже. Флекс, а ты именинница? Спасибо. Рада? Рада. Юлечка, давай, желание все загадывай. Селена желаю, тебя услышит. Желаю, чтобы мне всегда было 21. Блин! Не сработает, Юлька! Юлечка, татарша, поздравляю. Шахлук белен, азын гамер белен. Ешвен негене телибес. Рахмет, бигзу рахмет. Матур яз, айында туған гамер. Күнелінде қаршау изгелек. Рахмет. Поехали. Разлеглась. Опять лежит. Юль. Они сказали, иди к себе в комнату. Рассказывай. Просто мы забыли еще. И потом я такая, а почему она оттуда ушла? Мы такие, там Даша мне что-то в истории скинула. Слушай, ты что на пороге стоишь? Нельзя. Нельзя, думаешь? День уходит из семьи, да. Ой, пакет знакомый какой, а? Юлечка, меня уволили. Поэтому я тебе решил купить прекрасный подарок для тебя. Подарочный сертификат на ресничке. Серьезно? Так это всего лишь купон за скидку 300 рублей. На самом деле, это нам сегодня с Дашей. Нам с Дашей сегодня девочка промоутер. Давай я скажу, я это возьму. Слушайте, прямо тут же реально я скажу. Вот это твой подарок. Круто. Я решил тебе сделать такую штучку. Ой, как прикольно. Я хотела такую. Нижневартовск? Да, это ты родила где? Там 2000 год. А что это такое? Это звезды какие были. В день рождения Юли. Дашь проект. Я еще продал свою кровать вчера, поэтому расщедрился. Или ему пришлось продать кровать ради твоего подарка. Да, но вышел за лимит этой кровати. Ну, ты, наверное, хотела это какое-то время. Мы с Дашей очень надеемся, что ты нас не проклянешь на послезавтра и как-то не убьешь. Мы вот реально сейчас на очке, потому что я решил подарить тебе таро. И учиться надо будет. Хотите, сделаю расклад? Красивые. Да, реально, они там такие красивые. Красивые, сошуся. Ну и пакетик для тебя. Спасибо. Это Ярослав еще привозил Даша. Да, ладно, теперь я. Что я решила? Тут такая гравировочка. Это мы с тобой. Это я, это ты. И там то, что мы тоже любим делать. Открывай. Бокалы? Да, и там гравировка такая. Бега! Потом мы будем пить вино, я буду пить, и ты крыса. А ты будешь пить из вина, я крыса там нарисована. Круто! Блин, ну выглядит круто. Реально постаралась. И вот еще. Это под стиль Юли. Под твое вот это кольцо я выбирала. Открывай. И это будет память. Всегда обо мне будешь носить. Оно, видишь? Это янтарь. Ну, просто у тебя есть кольца. Браслета-то у нее еще нет. А вот подходит же под колечко? Ну, ну поиграйся, поиграйся, поиграйся. Ну, прям 50 лет, как тебе уже. Очень хорошо. Ну-ка, давай, продемонстрируй, как ты будешь раскладывать. Ну, при том, что минимализм тоже присутствует. Юлечка, главное, чтобы башня не выпала. А прикинь, она разложит, а там 3 башни у нее. А башня это что? Ну, крах, неудача, смерть. Я не знаю, кстати, как тут башня выглядит, но обычно она выглядит как что-то, наверное, страшное. Так ли? Угу. Ты очень хорошая, дорогая моя. Это очень. По телефону можешь. А ты сделала это? Ну, вообще, благодаря пинтерусту моему, я говорю, сделай мне такую открытку. Это что? Это какое такое что? Я не могу прочитать на английском. А, не написано. А, гуашь написано. Ну, придется картину рисовать. Это кофеек тебе. Ну, говорит, попьешь. А, это... А можно я на корпоративе? Можешь, можешь, конечно. Молодец. Прикольно, Юль. Прикольно вообще. Топ. Ну чё, как тебе? Мне вообще все так... Ты пришли и этот... Моменты жизни. Станет кто-то со
проскочит, кто-то устанет и перехочет. Снова стою одна. Как чудо! Чувствует вообще. Ну что же, мы собрались сейчас все у Юли в комнате, потому что Юля начинает... Потому что их никто не пригласил. Да, да. Мы сами пригласили себя. Дорожка сейчас будет работать у нас с Юлей. Сидим, ББшечка вместе с нами, слушаем пластинку. Она читает. Что поможет мне перестать тревожиться и начать жить полной жизнью? Какой ты молодец! Да. Шепни, шепни. Как еще раз, как еще раз? Я просто понимаю, что капец в жизни. А что, уже прошептала? Да. Так нормально перетасуй, там, наверное... Я уже тасовала. А, вопросы не мешайте? Не читай. По колоду, не читай. Все, да. Мне кажется, надо настроиться на это. Ты настройся, хорошо? Наверное. Ну что же. Позитивные и негативные результаты садят. Поехали. Смерть. Дальше будем смотреть. Всех посмотрим. На самом деле смерть же что-то значит. Нельзя. Так, девочки, отвлекаемся. Да, девочки. Да. Арин, соберись. Так, смерть. Ключевые слова. Мир, страх, возрождение. Узрите смерть, узрите красоту. Две стороны одной монеты, две грани одного опыта. Смерть – обязательный посредник, без которого не замкнется круг и не совершится прощение. Пока что думаем. Может, отвлекается тебе это как-нибудь? Ну, типа, все мы смертные, и поэтому не надо тревожиться, надо жить полной жизнью. Кайфуйте! Жизнь одна! Живите здесь и сейчас! Кайфуйте! А, это еще и позитивная карта. Это наступление нового дня. Угу. Все, смерть да смерть. Вот, я тоже говорю. Смерть вовсе не конец жизни. Да. Отставить смерть. Никакого сегодня суицида, все хорошо. Правильнее сказать, что она замкнет. А, точнее, она знаменует неизбежность перехода на следующую ступень. Все позитивно, я считаю. Да, да, очень хорошо. Все позитивно. Отлично. То есть, все у тебя будет хорошо. Скоро все закончится и заживешь. Ой, опять. Что у нас по пентаклям? Это у нас карта негативная. Сейчас будет. Немножко соль в сахар, там, мед. Это? Ага. Ну, тут надо тебе какой-то гибкий игровой подход, чтобы это... жонглировать между задачами и делами. Ну, видимо, чтобы получать удовольствие от жизни, тебе надо как-то уметь совмещать все. И работу, и заботу, и дела, и любовь. Ну, сейчас, после смерти сразу научишься, я считаю. А, это еще негативно. Ну, тебе, видимо, сложно будет этому учиться. Угу. Думаю, как бы подобрать так слова. Давайте мы остальные тоже посмотрим, потом уже будем думать. Да, я тоже думаю, что... Да. Ну, жрица, ну, как-то хорошо уже. Верховная жрица. Результат. Ну, верховная жрица, я считаю, уже сам по себе хороший результат. Ей не нужны слова, чтобы утвердить свою власть. Она решает, кто переступит порог. Я не решаю. Да. Я решаю, кто проступит через мой порог. Что-то она там призадумалась, Сюльчика. Давай уж, не томись. Я самое главное просто, что вывела, это будьте терпеливы и сначала узнайте себя. У тебя хорошие карты. Сейчас будет совет. Это создание поднялось из самых невообразимых глубин океана. Она следует за советом и течениями туда, куда его направят природа. Я так понимаю, тебе надо... В лес сходить, подышать лесом? Что? Да. Помолчать, подышать. Ну вот сходишь. Uh-huh. Может, узнаешь, что. Uh-huh. Ну теперь давайте думать, что из этого вообще можно. Баланс. Не держать. Не держи. Отпускай дисбаланс, держи пост баланс. Не держи баланс, держи. Результат? Самое главное, что главное, результат. Да. Uh-huh. Через боль, страдания может быть... Ну нет, хотя у тебя никаких боль, страданий ты ее не видела. Mm-hmm. Я такого не увидела. Не вижу. Они на успех, решимость, контроль. Uh-huh. Ну, Юль, ну от души. Ну, Юль, молодец. Юль, реально высокая. Молодец. Что говорят звезды? А что у нас говорят звезды? Нет, звезды говорят, все мы входим в ту дверь. Моменты жизни. Привет, друзья, товарищи. Мы сейчас поехали на день рождения Кады Линки с
вот такой вот чудесный girl мне попутчица попалась. И мы не успели присесть. Я нашла того человека, того типа, который мы вот реально минут 10 отъехали. Все по лучшим канонам. Так, секундочку. Что? Уже 25 едем. Она уже все, она уже говорит, пирожечки попробуй. Говорит, в окно так вот смотрит и говорит, о чем думаешь, о пирожечке? Пирожечку взяла. Вот так как надо, вот так надо ехать. Таинственно, я ешь эту бедышку и смотри. Я ж так чмокну. Время подарка! А теперь песня! Поздравляю с днём рождения, с прошедшим. Начну с поменьше. О, вот спасибо. Вот. А теперь с побольше. Да! Такие вот у нас... Я операторка ваша, здравствуйте. Корпоративы, свадьбы, похороны, все стали. Спасибо большое. Дрейчик, это пакет не подарю, мне Юлька сказала вернуть его. Не обессудь, подруга. Unpacking. Unpacking. Я думаю, ты предположение, да? Да, наверное, тостер. Как эти, знаете, тосты, где упаковка подарок, типа велосипед. И что же там, что же там? Вау! Ух ты! Написала, а вот А. Это еще же не все. Что же там? Взяла такую коробку. Сама, а, представляешь, красиво. Сама. С вишенками. И это у меня есть похожие, но мне они не нравятся, потому что очень большие бусины. А это то, что надо. Да, вот она. Обалдеть. А то вот, между прочим, да, как бы хожу, ношу. И у меня теперь можно чередовать. Мы тут все, окольцованные, как это. Друга. Рукоблудница, ну это реально. Это рукоблудница, посмотрите в кадр. Пошли пробовать. When I kiss the teacher. Это мы с тобой. Мы как эти, как раз, их же там трое подружки. Дона и Динамо. Динатона. Почти. Ну-ка, сейчас пошла коллекция скрипышей. Ну, нормально, ну, мощно, слушай, ну. Давай, пакет. Это мне Ариночка дарила, Барбара Стрейзен. Это у нас Twin Peaks. Очень интересная упаковочка. Слушай, реально интересная упаковка. Опа. Это где такое еще нашла-то? Это я покупала в Москве в центре. Yes. Тоже послушай. Там, правда, одна композиция это Бадаламенти, а другая какие-то непонятные звуки. Очень тяжело ее слушать. Потом у меня Эдит Пиаф тоже, которая сделала меня как личность. А смотрите, она еще прозрачная, такая беленькая, видите? Ой, как интересно. Потом, ну, конечно, Ланочка дарил Игорь. Это мне Марин, по-моему, дарила. Если на свадьбу вроде как. Опять Ланочка. Вот девчонка. Мне нравится, что у нее такие развороты. Вот еще, да, у нее здесь у нее лицо. Тут еще какая-то штука. А, тут еще книжечка прям. Тут фото. Это Армстронг мне Марина отдавала, когда она избавлялась от своих бузинок, которые не слушают. Я решила взять. Это Лайза Минелли. Потом у меня еще офигенный Элвис. 40 Greatest. Такой там. Блин, прикольно. Она вообще классная, да. Я Элвиса очень люблю. Мы помним, да, что мы с Адалинкой купили за 500 рублей его это... мерчевую кулельку. Потом вот у меня есть оригинал. Баба. Так ты слушаешь исландскую группу Баба? Я тоже люблю ее. А я думал, что я один такой. Такие вот ребята. Вот еще Абба, вот супер-пупер. Что-то из этого мне отдала Марина, что-то я купила. Может быть, вот тут Марина была. А вот эта пластинка моей бабушки Аделины. Барбара Стрейзен, да. И вот последнее, что я покупала в Питере, это фильм, тоже Барбара Стрейзен. Есть фильм «Йентл». Она там им и пела, и главную роль играла, по-моему. И жнец, и кузнец. И она получила за эту работу, как то ли режиссер, который сценаристка «Золотой глобус», и она стала первой женщиной, которая в этой номинации получила. Как круто, какая молодец. Вот, и очень классный, на самом деле. Фильм прикольный. Песни шикарнейшие, но его, конечно, тяжело найти. То его на английском только, потому что мы, когда первый раз Игорем смотрели, мы смотрели в такой русской озвучке, и там песни перепевали, типа «А-а-а, я иду по полю и вижу вот это вот».
Вот, вот столько всего. Ну, слушай, хорошая коллекция у тебя, нормально, нормально, все, чина здесь. Я, все, что надо, да. Да. И, так, а где, микрофон-то где у тебя, давай. Мы слушаем просто премьеру, да, еще Unreleasable. Так, я и говорю, общем. Дай бог в следующем году выйдет. А песня когда собирается выйти? В конце февраля, в начале марта. Скажи, почему такие окна разбитые? Чувствует, чувствует. Такие же, как... Блин, а я не ожидала, что они вообще его выложат сейчас. С нашего приезда к Еленочке. Да, число день рождения. Моменты жизни. Ну вообще, да. Решила поменять цвет волосочки. На мой любимый. На солнцентрифуга. Их надо поотделять еще, Арин. Вот, готовимся вот, к завтрашнему внизу. Пати. It's a party intro. It's a... Мочалка какая-то. Хуя себе тут на голове мочалка. Помогаю, понимаешь? Ты говоришь, что я не с удовольствием это делаю? Вот оно, украшение. Это как зерно раздора. Зерно раздора. Вот эти кусок бумаги. Приехали вместе, уедем. Да. Кусок бумаги. Я в Тверь поеду. Пошли игрища вечерние. Что-то какая-то тоска и тлен. Помогает нам в этом кот. Кот? Помогает? Вот она, смотри, хорошо. На самом деле, есть ли у вас такое чувство, когда вы играете, или давно не играли в какую-то игру, или там новая игра, вы сидите, что происходит, что надо? Игра 2, а сюда 6. Да. Как игра называется? Саграда. 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 Вот с этими стекляшками. Супер игра, моя любимая. Очень спокойно. Да. Так, что тут четвёртый? Ну, если чел. Ряд сохранить, то да. Ну, окей, у тебя один ряд, походи, так или так пропадает. А сюда синий только нужен. Поняли, да? Да, да, поняли? Мне так нравится, как, знаете, мы играем, я сижу, такая вся стратегия. Тем временем Арина. Все проговорю вслух, мне надо посоветоваться со всеми вами. Вот этот кубик, нет, возьму его, нет, не его. Ну вот тут у меня так, а тут вот так. Знаешь, что самое удивительное? Ну, я ей сказала, поставь вот эту шестерку зеленую. Нет, ну как же, она у меня не выстрится. В итоге вот с Игорем. Короче говоря. Ну вот он мне посоветовал многообразие цветов. Ну да, типа, если одно условие, ты можешь еще другое, да? То есть вот желтенький, хорошо. Моменты жизни. Итак, мы в процессе, мы в работе. Закадровый голос теперь я. Украшаем комнату. Уже почти все украсили. Именинница. Лёша играл, но не успели. Я говорю Рине, говорю, давай музыкальный номер. Говорю, давай, на Сахарецкого вагончик отправим. Ни в какую. А чё мы одни? Это вот так вот. Какие-то дедовы пляски пошли. Бабуля, чё на то вот так вот. А когда мы кушать будем? Ой, устала, давайте немножко полежим сейчас. О-о-о, подключился, товарищ, товарищ, включился. А все вместе будем петь? Ариночка, солнышко, давай! Просто. Как ты плексишь?
это жестко. Мало, просто мало. Давайте модная съемка. Сейчас время расклада Таро. Есть такая, как ведьма тут. Прикольные удлинки есть вот такие вот. Да. Карты. Я вообще на самом деле очень люблю злодеев Диснея. Угу. И для меня это вот прям такие. Отдушина. Урсулочка любим, да? Урсулочка любимая, угу. Да. Вон такие, посмотрите, вот Таро. Сейчас каким-то надо классный. Вот, смотрите, какая-то. Угу. Ну, красота. Сейчас будем гадать, раскладывать. Этот расклад, да. Вытяни. Твое сегодняшнее положение. Десятка кубков. Десятка кубков символизирует счастье в доме, в семье и узком кругу друзей. Обнимемся! Обнимемся! Это вот. Обнимемся! Вторая карта сообщает, на чем тебе нужно сосредоточить свое внимание, если хочешь стать сильной личностью и полностью раскрыть свои способности. Ну-ка. Вот, нахожусь ли я сейчас на этом направлении? Девочки, что-то, по-моему... Да ладно, что, вот они же все такие. Да? В какой-то совместной работе у тебя назревает конфликт с коллективом, что может привести к путанице и беспорядку. Так, ну Вайлдберри, значит, не соглашен. Подожди. Обвинять в этом окружающих бессмысленно. Просто переступи через свое недовольство и попытайся в ходе спокойного обсуждения вернуть всех в деловое русло. Когда работаю сама на себя. Девочки, так, девочка успокоилась. И третья карта покажет, какие перемены в тебе произойдут, если последуешь совету данному карте 2. Молчишь. Причем перевернутая к тебе. Перевернутая колесница. Сейчас вам покажу, друзья, вот она. Колесница символизирует настойчивость, целеустремленность и силу воли. Это качество присуще стильной злодейке Стервелле де Виль, которая сметает все препятствия на своем пути к цели, даже если ради этого приходится гнаться на автомобиле по снегу. Это положение. Не удалось набрать скорость или что-то не заладилось? Не отчаивайся. Ничего. Ты обязательно победишь, если сумеешь немного подстроиться под ситуацию. И хоть ты, подобно Стервелле, предпочитаешь рулить, колесница советует тебе проявить побольше гибкости. Сейчас не помешает в чем-то ослабить контроль. Что скажешь? Я скажу, что все хорошо. Пока идет нормально. Пока на ответ, можно получить вопрос, скажем так. В прошлый раз последняя тоже была колесница, но в этот раз перевернутая. Прикинь. Таро, чувствует карта? Чувствует тебя? Mm-hmm. Делаем дошули расклад. Тыкань. Вот гадалочка. Тройка жезлов напоминает, что успех придет через сотрудничество и кооперацию. Завтра кто-то будет снимать ТикТок. Напоминаю, девочки, напоминаю. Перед тобой море возможностей, но извлечь из них максимальную выгоду ты сможешь только, если будешь действовать вместе с другим. Ну смотри, вот твое препятствие, как бы говорится о том, что не надо полагаться на себя. Ну только все в одиночку, похреначить в одиночку. То есть иногда очень важно принять от кого-то помощь и как-то скооперировать. Прикольно вообще на самом деле. Надо, да? По традиции пишите в комментариях, что у вас произошло нового за этот период. Может, чему-то новому научили, что-то посетили, что-то впечатлило вас. В общем, пишите скорее, я все прочту. Для всех любителей влогового формата напоминаю, что на канале есть целый плейлист с моментами жизни за каждый месяц. Обязательно чекай и смотри.
Ну и, конечно же, не могу не упомянуть своих любимых бустов, которые помогают мне и дальше что-то творить, на что-то жить. В общем, сейчас увидите на экране всех этих ребят. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки, весь раздачный материал с разборов, ну а также ранний доступ ко всем роликам. Поэтому, если хочешь к ним присоединиться, чекай на QR-код. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.